Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Руфат, и сегодня я хочу представить вам новую дачу в Мардакянах на 900-ках земли, неподалеку от дороги супермаркета Браво. Значит, очень интересный у нас здесь проект сегодня. С правой стороны у нас имеется беседка, во дворе очень много зеленой площадки, имеются декоративные деревья, пальмы. Значит, здесь у нас вот такая мангальная. Справа все равно у нас имеется дворовой санузел. Далее. Здесь у нас техническая комната, отопительная система. Здесь у нас большая беседка. Большая беседка с кухонной мебелью. Вот так у нас здесь выглядит изнутри. Вот такой у нас здесь вид. Имеется выход во двор, а также к бассейну. У нас имеется вот такой очень интересный бассейн, имеется детская зона для детей, также у нас здесь имеется такая площадка. Так у нас выглядит дом, далее мы к нему перейдем. Значит, здесь у нас гараж. Гараж у нас большой, на две машины. Так у нас выглядит двор, 900 земли. Общая жилая площадь дома 400 квадратных метров, 2 этажа. Вот так у нас здесь все красиво выглядит. Местоположение дома отличное, неподалеку от центральной дороги, в нескольких минутах езды от центра Мардакянов. Поблизости имеются магазины, маркеты и все необходимое. Перейдемте внутрь дома и ознакомимся с домом изнутри. Значит, внутри дома нас встречает вот такой светлый коридор. С левой стороны у нас находится кухня. Вот так у нас здесь выглядит кухня с большими окнами во двор. Вот такой у нас здесь вид на улицу. Вот такая у нас здесь красивая кухня. Ремонт дома отличный. Значит, с правой стороны у нас вот здесь такой шкаф. И тоже складывать свои вещи. Значит, с правой стороны у нас здесь гостиная комната. Очень красивая гостиная комната. Здесь установлен у нас искусственный камин, электрический. Вот так у нас здесь все выглядит. Буду показывать вам детально. Достаточно светло. Имеются большие окна с левой стороны. Также с видом во двор. Также у нас на первом этаже имеется спальная комната. Вот такая у нас здесь спальня. В целом дома 4 спальных комнаты. 3 на втором этаже и 1 спальня на первом этаже. А также есть общий санузел. Вот так у нас здесь выглядит общий санузел первого этажа. Итого в целом у нас на первом этаже гостиная, кухня, спальня и санузел. Перейдемте на второй этаж. Особенностью второго этажа в этой даче является то, что здесь 3 спальные комнаты, и все 3 спальные комнаты имеют санузел, а также гардероб. Сейчас вы это увидите. Значит, первая комната справа. Это наша первая спальная комната. Вот такая у нас здесь спальная комната. Здесь у нас имеется гардероб. Вот такой у нас здесь небольшой гардероб, а также свой санузел. Вот так у нас выглядит первый санузел, первый мастер спальни. Перейдемте далее. Здесь у нас вторая спальная комната. Также есть гардероб и санузел. Вот так у нас выглядит санузел и гардероб. А также в этой спальне у нас имеется балкончик. Сейчас я вам покажу балкончик. Вот такой у нас здесь
красивый балкон с прекрасным видом во двор. В коридоре также у нас есть балкон. Вот этот балкон в нашем коридоре. И наша третья спальная комната. Вот так оно у нас здесь выглядит. Это гардероб. И санузел. То есть все удобства имеются на этой даче. В каждой комнате гардероб, санузел. Для большой семьи это идеальный вариант. Общая жилая площадь 400 квадратных метров, 900 земли, как я уже говорил. Местоположение отличное, неподалеку от дороги Браво. Всю подробную информацию, фотографии вы можете найти на нашем веб-сайте Bahamas. А также можете звонить нам по указанным в описании номерам. Вот так у нас здесь все выглядит. Покажу вам последние кадры. Вот такой у нас здесь красивая дача в Мардакянах. Всем спасибо за просмотры. Всем всего хорошего и до скорых встреч.